В Казахстане активно развивается электронная торговля, а по данным аналитиков, онлайн-покупки в стране находятся на пике роста. Так, если в 2019-м объем рынка составлял чуть более 700 миллиардов тенге, то в прошлом году он уже превысил отметку в 1,1 триллионов в национальной валюте. Показал динамику роста почти на 20% и число активных покупателей в интернете. А вместе с электронной торговлей, отмечают экономисты, возрос и объем безналичных платежей. Так, только по итогам первого квартала этого года он достиг почти 13 триллионов тенге. Это более чем в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, как отмечают эксперты, 82% всего объема приходится на безналичные операции, совершенные посредством интернета и мобильного банкинга. Аналитики прогнозируют, что с такими темпами уже к 2025 году доля электронной торговли в Казахстане будет занимать не менее 15%.